Для регистрации в электронную запись в детский сад войдите на сайт и выберите опцию «Подать заявление». Укажите свою фамилию, имя и отчество, впишите серию, номер и дату получения паспорта, а также орган, выдавший его вам. В окошке вставьте файл со сканами или фотографией паспорта с обеих сторон. Введите свой номер телефона и адрес электронной почты. Укажите свой адрес проживания, а также место работы и должность. Поставьте галочки в знак согласия в графах пользовательского сообщения. Введите имя, отчество, фамилию ребенка. Укажите пол и дату рождения. В строках ниже выберите серию свидетельства о рождении и введите его номер. Приложите скан или фото раскрытого свидетельства о рождении с внутренней стороны. Укажите орган, выдавший свидетельство, и дату получения. Выберите из представленных ниже вариантов, кем вы приходитесь ребенку. Укажите область, город и район проживания. Выберите предпочтительный детский сад. В следующем пункте укажите тип льгот, если такие имеются, а также приложите соответствующие документы о них. Или нет льгот, если их нет. Завершите регистрацию.